сейчас, то есть попробуйте еще раз и потом в целом, когда сверху. Локоток под себя, таз приподняли и то же самое. Локотки под себя. Таз приподнимаю и иду, как будто бы в кувырок через это плечо. Раз. И сразу же в обратную сторону. Единственное, что пальцы никогда не отпускаются. То есть выбираете за счет локотка. Мизинец вперед, вытащи, проворот, за спину, проворот, вытащи, проворот. Прокатка. Катайте вначале по телу, тем местом, потом, в котором контакт, прижимаете. Раз. И проворот. Очень хорошее упражнение. Для пресса бока убирает очень хорошо. И плюс чувство контакта. То есть время тем местом, в котором контакт, прижимаетесь, выгибаете. Катаете по диагонали. И гребень. Вот вам гребень волны. Что на удар. Раз. Над головой. Над головой. За спиной. То же самое.
этого начали. Да, это самое лучшее. Покачивание, потом, надеюсь, там еще неделя, это более сложное. Восьмерочки. В одну, в другую, здесь, здесь. То есть прорабатывать. Восьмерки можно делать на всех суставах. На кистевых, на локтевых, на плечевых. Это и с ножами, и с ладонными палочками, то есть, и просто с ударами. Есть тут основные принципы дыхания, вот когда начинаешь много работать, сбивается дыхание. Основной из принципов – это постоянно дышать. Ну, то есть дыхание сбивается только через нос, или через рот, так вот. Ну, вообще, все дыхательные техники, ну, большинство, говорят о том, что нельзя вдыхать в тон. Вдыхать должно только носом. Выдыхать вы можете и в тон, и носом. Вдыхать только носом. То же самое и на морозе, и на жаре. Когда вы дыхаете носом, у вас выравнивается температура. То есть, если горячий воздух, он охлаждается. То есть, одна ноздря, получается, вдыхает горячий, одна холодная. И как бы за счет того, что вы дышите носом, у вас горячий воздух охлаждается, холодный нагревается. Соответственно, если перестает дышать одна из ноздрей, там, по-моему, влияет на головной мозг какая-то на сердечко. Поэтому нужно дыхательную гимнастику на тоже заниматься. А есть какие-нибудь упражнения, чтобы развить дыхательное? Ну, одно из самых простых и очень эффективных, которые, в принципе, лечат очень много проблем разных. Там и давление, и там заикание, ну, в общем, очень много. Это когда вы дышите, допустим, на 5 шагов вдох, на 5 шагов выдох. Потом на 7 шагов вдох, выдох. На 10 вдох, на 10 выдох. На 15, на 20, доходите там до максимума. И потом то же самое, допустим, на 10 вдох, на 10 задержка. На 10 выдох, на 10 задержка. Это если вы ходите либо бегаете, и если сидите, да, ориентируйтесь на сердце. Допустим, на 3 удара сердца вдох, на 3 удара сердца задержка. На 3 удара сердца выдох, на 3 удара сердца задержка. Плюс такие техники, как для восстановления дыхания, очень хорошие тоже. Когда вы представили себя мячиком, как бы на вдохе вы вдыхаете как можно дольше. И тянусь к небесам, вот он выдох. Выдох. То же самое, вдох. Так что вдох получался почти непроизвольно. И потом для восстановления вы используете как мячик. Так вот, запыхались, так чуть попрыгали, дыхание очень быстро остановилось. Еще. А вот как регулярные упражнения делать? Там есть когда-то периодичность или вот как стрельба? Какие эти? Ну вот, допустим, как шагами. Да хоть все время. То есть много не бывает. Вопросы, ребята. Да, присаживайся. Теперь я вас слышу. Первый раз попал на Варя. С ней поработали хорошо. Мне понравилось. В основном много. В принципе, мне некоторые упражнения не делали. Все хорошо, спасибо. Меня зовут Серега. Мне очень понравилось, когда человек сверху, а ты лежишь в очень неудобной ситуации, но это еще очень полезно, часто бывает, когда получается упражнение, скажем. Спасибо большое, привет, помощь.
порезвить, но все равно это возможно. Спасибо. Зовут Алеша. О, тоже. Если по сравнению с первым семинаром, тоже во мне вещи показывали. И даже если что-то, ну, то, что мы уже как-то, то, к чему мы работали, то оно, как всегда, в новом свете. То есть по-новому взгляду. Зовут меня Андрей. Мне все понравилось, особенно концовка, как Сергей. Начали сидеть сверху. Я рад, что вы приехали. Надеюсь, что наши встречи будут как можно чаще, потому что обмен. Мы, по крайней мере, закрепляем все, что знали, и узнаем что-нибудь новое. Сергей. Много узнали, увидели, но попробуем. Ну, Артем. Хочется сказать то, что из семинара видно, что огромную часть, ну, помимо самой работы, следует уделять упражнениям, которые развиваются, подвижность тела, да, вот, упражнения там, именно на конкретную подвижность таза, живота, и все эти волны, и очень сильно это помогает в самой работе, и в работе в партере, когда тело уже само работает. Ну, поэтому стоит уделять. Зовут меня Саня. Как мне семинар очень понравился, тоже, тоже правильно Артем говорит, что как-то проходишь мимо упражнений, ну, все равно как-то учитывается, но не так ярко обращаешь на них внимание, кажется, как будто оно второстепенно оказывается на деле, что оно в основном считается. Ну и что-то я не знаю, знаю, что я ничего не знаю, узнал сегодня это дело. Ну как, ничего, ошибок, очень-очень много ошибок, хотя, в принципе, занимаюсь его второй год. Мастером не станешь за 2 года, правильно? Ну, выявляю ошибки, буду пытаться устранить. Спасибо, ну, что приехали. Не ошибки. Ну, какие-то, когда доберешь машину, это же среди не на яму, а на то, что между ямами. Не, ну да, это правильно, конечно, что надо на правильность выполнять. Но все равно как-то есть такие моменты, что бывает проскакиваешь частенько, ну, а потом оно все выплывает, все это наружу. Нехорошо. Надо пытаться исправлять, но лучше не допускать. По поводу горизонта, вы просто сегодня так затянули, вот вы карабкались забор, вам казалось, что все заканчивается вот этой клеткой и забором. Какой высокий забор? Вот вот этот забор, а есть весь мир. Потом раз подтянулись, выгнали, елки-палки. Так там еще один забор. Этот забор, оказывается, весь мир. И вот каждый раз вы будете все выше, выше, выше по ступенчику. Он расставился, вот радует. Зовут меня Андрей. Понравилось мне очень сильно упражнение с ударом волны. И также, когда сверху человек сидит, очень интересно. Спасибо. Зовут меня Ян. Спасибо огромное, что вы приехали к нам. Очень много информации дали по партнеру сегодня. Если мы недавно начали, значит, ну, дополнили. Вот. Особенно понравилось лежа на животе вот, и снятие этих ударов. Когда ну, в принципе, никогда не задумывался об этом, но сегодня я лежал, я снимал, я видел, что действительно это поможет, и, ну, в этом упражнении. Спасибо. Я, уже, когда мы проходили западную технику, я мало обращал внимания, хотел на выезде движения, они, оказывается, самое главное. Ну, и вроде, как запомнил, буду стараться теперь применять, запоминать. А так, хорошо. Спасибо большое, приезжайте еще. Я запомнил. Был на прошлом семинаре, на этом. Это относительно прошлого семинара. Я запомнил меньше, чем на этом. Наверное, потому что я как бы повнимательнее смотрел и там. Ну, ну и сейчас просто уже и что-то осталось, какая-то база уже была. Вот, как бы хорошо, база какая-то есть, и уже не на пустое место, а на что-то рассталось. Вот. Очень много интересного, действительно, спасибо большое. Я зовут Дмитрий. Спасибо за то, что вы приехали. То есть семинар был не менее насыщенный, чем первый. Систематизировал знания по ударной технике и узнал много нового в партере. Спасибо. Юра, ну для меня интересно было подготовительное упражнение для ног, потому что сильно закрепощено, все надо разбивать. И жалко, что
что полуударная техника руками, конечно, там еще. Надо тренироваться, тренироваться. Да, коротко. Очень надеюсь, поможет движение в коленях в будущем, что мертвые пока. И данная техника, чуть-чуть мы проходили, особенно в той части ходили, но и сейчас со стороны, ну, в общем, думаю, что кто-то понял, волну постараюсь запомнить. Ну и партер должен еще, хороший ступень сегодня. Иван, ну, очень много новой информации. Мне понравилось это упражнение на распрекрасную ударную технику. Андрей, ну, самое вот такое ценное для меня, вот от именно таких семинаров, то, что здесь вот более детально и объясняется. То, из чего следует, куда должно прийти. То есть движения волновые, что вот именно замкаться, особенно вот, пример покроя, что инерция своя должна замкнуться и так далее. Вот это вот считаю самым основным, потому что мне кажется, не хватает все-таки нам вот более детального ну, объяснения, так скажем, движения, куда рождается, чем заканчивается. Вот это ну, основное. И вот, эти вот подготовительные разминочные, особенно, конечно, вот на ноги и на вот, движение, что каждая часть тела должна, скажем так, управляться независимо от других. Отдельно от астра, отдельно там, грудной отдел и так далее. Это, ну, в принципе, она думает, что да, вот надо вот, почаще внимание обращать, и как-то все вот, откладываешь, но потом, а потом, вот она больше вот именно дома, наверное, вот это вот. Тренироваться, чтобы что-то больше получалось. Ну вот, все. Так, меня Дима зовут. Знаете, где-то по телеку было такое, а что делать, если ты упал? Мастер не падает. Падает. И падает, и мастер, а мастер все падают. Поэтому вот эти вещи достаточно жизненные. Бить будут не тогда, когда ты в кимоно, где-то там, голыми пятками. Где поймают, там и поэтому вот такие вот вещи, сидишь, лежишь, сзади, на тебя прыгнули. В принципе, рассматриваются только здесь, и они именно жизненные, они именно нужны. Меня зовут Николай. Спасибо за то, что вы приехали. Узнал нового удара в стиле. Отдыхание нового узнал. И почаще приезжайте. Показывайте новое. Ваш. Много нового интересного. Просто осталось эти знания в навыки перевести. Есть еще больше нового знать. Пока еще информация. Вы получили информацию, а знания вы сами тогда, когда вы пропустите через себя. Костя, очень понравилось.
что-то у нас как есть энтузиасты, которые много людей, которые занимаются. Это всегда приятно делиться информацией. Поэтому приглашайте, решайте вопрос с Николаем Антоновичем. Вам вопрос дальше. Может, исполнение всего-всего. Харьков, я, конечно, русский стиль, да? Украинцы сами не занимаются. Перепон, который настроен. Харьков.